возили покоривший Везувий желанием к победе воспылал. Став у линии старта в последних числах марта, к началу бега услыхал сигнал, но в итоге не узнал он, кто оказался чемпион. Рассекая лед и время справа, возникало племя совершенно неожиданных людей. Они также бежали и в их грозном оскале Василий себя же узнавал. Но в итоге не узнал он, кто оказался чемпион. Их руки и плечи, манера тембра речи, так это я, Василий, закричал. Вспышки папарацци, по радио ротации, Василий первым прибежал. Но в итоге не узнал он, кто оказался чемпион. В итоге не узнал он, кто оказался чемпион.